что ж, привет, дорогие друзья, московское время 17 часов 02 минуты плюс 6 минут для вас, поэтому у вас уже где-то 17 часов 08 минут. С вами Владимир Акопип, и начинаем смотреть финал турнира G1 Summer Non-Pro Division от компании Garena, друзья. Встречается у нас в финале команда Мека с командой CMQ. Вы помните эту Меку, которая, друзья, порабощала... Ну, скажем так, очень хорошо играла и занимала вторые и третьи места в турнирах, как только мы начинали. G1, G2, G3, G4, по-моему, да даже до G5, ребята, дошли, потом развалились, переформировали состав, и теперь они играют следующим составом, друзья. Domination, FK Murien, FL Snow, Rex City Beach и Rogue. Состав команды CMQ, это SkyQ, Кэрри Алёша, Джемка, Девятка и Судьба. Вот такие вот у нас ребята играют в командах. Давайте сразу начнем с того, что у нас произошло, а потом перейдем к лирике. Мараксус, Фейда, Паразит и снова Мараксус были забанены хайтбанами. Далее Плаграйдер, Бабблс, Шалоблейд, Пеблс, Найтхаунд были залочены. И последний лог это SkyQ. Кого залочит, ребята? Это Брэчит Хак. Сейчас пойдет стадия еще 6 банов. Вот. А я, друзья, вам напомню, что призовым фондом данной сетки Non-Pro является... Первое место получит 45 дней Legacy плюс 5000 серебра плюс слот в Pro Division. Второе место 30 дней Legacy, 3000 серебра, также слот. И третье место 20 дней Legacy, 3000 серебра и слот в Pro Division. Вот такие у нас, друзья, призы. И с завтрашнего дня, с 3 сентября, друзья, мы начинаем смотреть G1 Summer Pro Division от компании Garena, главным призом которого является 10 тысяч долларов. Это сумма, которая пойдет на оплату путевки. Путевок полностью 5 игрокам на турнир DreamHack Winter, который пройдет, друзья, в Швеции, скорее всего, зимой. Вот, DreamHack Winter 2012. Очень классный приз, безусловно. То есть, представьте, у вас будет возможность, у команды будет возможность съездить в другую страну, посмотреть, как ребята, как там другие ребята, посмотреть, как там живут в Европе. Что у них за, я не знаю, за архитектура, что за... люди там, какие улицы, ну все остальное, да, то есть вообще просто побывать в другой стране, это, безусловно, огромный плюс. А еще больше плюс для любителей Heroes of New Year's, это, безусловно, засветиться на мировой, скажем так, сцене, да, то есть, конечно, там будут и европейские команды, и американские команды, и команды из Сингапура, из Азии, в общем, команды. Вот, друзья, то есть, реально, команда из СНГ, которая поедет, они смогут защищать все наше СНГ в сражениях, и я уже заранее желаю удачи. Неважно, какая команда поехала, главное, чтобы эта команда поехала своим полным составом, именно тем составом, которым они и победят в G1 Summer 2012 от компании Garena, друзья, Pro Division. 8 команд будет принимать участие в Pro Division. 5 команд, которые уже были отобраны, это команда Cats, команда J, команда Easy, команда MIPS и команда NextKZ. Соответственно, плюс 3 команды к ним присоединятся. Победитель данного матча, команда, которая займет второе место, и команда, которая займет третье место. Параллельно у нас должен, по крайней мере, показываться игра за третье место на нашем втором канале на Овнаде, ovnad.tv/garena.ru. Второй плеер, который там есть, вот там вот на Иляка ПТТ и Хоривал, и Андрей Ака Хоривал должны вещать, также задержка в 6 минут, игру за третье место. Там тоже играется по системе Best of 3, и у нас также Best of 3. Соответственно, до 2 побед, друзья, до 2 побед. Смотрим, кого у нас забанили здесь. Забанили у нас Хроноса, Джеризая, Поливога, Нимфору, Мейдж Бэйна и Дарк Леди. Вот столько кэрри персонажей были забанены. Кстати, имеется Найтхаунд. То есть Найтхаунд может даже будет и пикнет командой CMQ. Алуна, Силуэт, Хаммершторм уже есть и у команды Легиона, Офелия и Гласиус у Хеллборнов. В прошлой игре, друзья, очень классно CMQ все-таки Офелия отыграли, реализовали этот пуш, хоть и поздно, но, как я уже сказал, они разгонялись, просто разгонялись. Так, что еще я вам не сказал? 20 дней будет длиться, друзья, Pro Division. 20 дней, каждый день, начиная в вечернее время, начиная приблизительно там 17 часов по московскому времени, мы с вами будем смотреть ровно 4 матча. 4 команды будут играть между собой.
Вот, соответственно, два матча по две игры в каждом. Вот так вот правильно будет выразиться. Итого где-то 4 игры мы с вами будем смотреть 100% стабильно каждый день. Каждый день, друзья. Вот, потом будет финальный этап, где, соответственно, уже на вылет команда будет играть. Сначала у нас раунд робин, насколько я помню. Вот, каждая команда играет с каждой, и в дальнейшем будет игры на вылет. Алуна, Хаммершторм, Силуэт, Пеблс, Плаграйдер против Офелии, Сен-Вреса, Баблса, Гласиуса и Вречит Хак. Вот такая у нас готовая расстановка сил у двух команд. Поехали смотреть. Let's get it on. No luck, no fun, говорит девяточка. Он хочет затащить без всяких лаков и не хочет получить фан. Он хочет чисто победить. Несмотря на то, как закончится, кто станет, скажем так, финалистом, кто станет победителем. Кто станет, друзья, победителем, неважно. В любом случае и первое, и второе место выходит в продивизион. Поэтому можно со 100% уверенностью сказать, что команда CMQ вместе с командой Мека уже, друзья, они обеспечили себе выход в продивизион. А вот команда Gust будет сражаться с командой Fires of Hell за выход в продивизион. У них третье место и лишь победитель выйдет. Вот. Так что я уверен, что там тоже будут у нас достаточно серьезное сражение будет проходить, безусловно. Мека, друзья, смотрим, кого взяли. Пеблс и Алуна. Вот, сильная комба для мидлайна. Пауза. А что за пауза у нас? Зиртых суппорт. Где здесь Зиртыха увидели? Может, я что-то не знаю. FL Snow, это про силуэт, говорят, что это Зиртых. Я не в курсе. Я не в курсе про все эти действия, что там за изменения. Без понятия. Видим Сенда, Гласиуса и Офелию на нижнем лайне. Наверху соло, конечно же, Bubbles. И мид в Ratchet Hack будет стоять. Офелия решила зайти во вражеский лес. И также Сенда поставили вниз вместе с Гласиусом. Баблса решили оставить легкую соло. А легкую соло Баблс будет стоять против Плаграйдера. Ну, не знаю. Не знаю. Спорное решение. Спорное. Можно было Сенда поставить с Гласиусом наверх. И оставить здесь Баблса на сложный. Хотят, наверное, постараться не дать сил фармить. Такая вот, может быть, задумочка. Пеблс, Алуна, друзья, и Хаммершторм. Это, наверное, в 80% случаев ганка начального. Это сразу же, собственно, ФБ. Готов на Халборнов и поехали. Let's get it on. Вот так вот, квадратиком практически сейчас стояли крыки команды Мека. Ждут, кто же сюда зайдет. В лесок, но в лесок к ним никто не хочет заходить. Сэн, друзья, здесь поливает песочком Гласиус и Офелию. Молодец. Красиво, Сэн. Классный альт-аватар. Голод, это, если я не ошибаюсь. Всадники апокалипсиса. ФБ не реализовали. Вот так вот спрятавшись, мы видим. Поставлен был вард сразу же Офелий.
Почему Варт, друзья, ставится Офелией на данную позицию? Почему этот Варт не ставится на Крипспо? Да просто потому, что Офелия будет ходить во вражеском лесу, и зачем ей свой фарм, теоретически, который должен у нее быть, зачем его прерывать установкой этого Варда. Мидлайн, Алуна и Пеблс. Старая, старая добрая комбо. Посмотрим, как Мека его отыграет на мидлайне. Хага. Хага, в принципе, может погибать. Очень даже может погибать здесь на мидлайне, если вовремя не будет блинкаться. Интересно будет посмотреть мне здесь на Сенвреса. Насколько он стоит хорошо здесь лайн против силуэта. Силуэт немножечко легче. Немножечко легче, наверное, забирать крипов за счет того, что на рейндж она успевает еще похарасить противника. Сент с топориком. В принципе, Сента тоже должен забирать. Тоже должен забирать. 47 на 52 атака у сил без топорика. 46 на 50 плюс еще 20%. 25%. 32 даже процента против крипов. Так что по крипам бьет у нас Сент где-то в районе... Ох, скольки ж то будет? В районе, друзья, 59-60. 60-67. Нет, так. Кого встретили? Встретили, друзья, здесь Гласиуса, и девятка был порабощен вместе с Офелией, скорее всего, сейчас будет фраг этот сделан. Так и есть, Легион сразу же дает понять, что, ребят, вы как бы можете, конечно, ходить в нашу лесу, но наглеть не стоит. Наглеть не стоит, Мека делает два фрага. Два фрага, начинается у нас вторая минута. Сейчас подозреваю, что Офелия все же не пойдет в Уральский лес, потому что этот прием был слишком, слишком уж крутым. Нет! Нет, смотрите. Нет, смотрите, SkyQ возвращается. Возвращается на ТПшке. И идет обратно в лес. Надо же. Можно только позавидовать вот этому упорству. И отыгрывание стратегии, которая была задумана изначально. Хаммеру сейчас сбили. Сбили Хаммера. Его реген. Руну регена, которую он забрал. Снизу Сенда по-прежнему харасит сил. Офелия выходит на лайн. Попытка забрать силуэт. Очень неплохо. У нее есть Минотавр. Главное, Минотавра сейчас контролить. Нужно оттавляться, переключаться. Хорошо, вот сейчас Офелия успела это сделать. Юзает ТП, но стан уже от Минотавра пролетел. Прилетел Сталин от Минотавра. Хаммер дает свой стан. Попадает в троих. Пытается задисейблить Хаммершторма. Очень классно. Гласиус блочит, друзья. Очень классно съедает Хаммершторм. Деревце. Муреныч убегает назад. Убегает назад, пытается спрятаться, в итоге его порабощают. Сэндрес, которого очень долго провисел его первый скилл, дал, который дал ему, соответственно, труп проход через деревья. Счет становится 2-2. Молодец, молодец, Офелия. Я что-то недооценил, видимо, силу команды Хеллборнов. И Офелия очень удачно, успешно вышла, забрала Минотавра, забрали хардкерри команды Легиона. Посмотрим разочек, что ли, у нас на топ лайн. Что здесь происходит? Плаги. Четвертый Бабблс, четвертый. По фарму 15 на 7 у Бабблса, 10 на 8 у Плаграйна. Снимает вражеский вард у нас Гласиус, обратите внимание. Офелия со скелетоном. Ну что, снова на мид? Снова за Пеблсом? Попытка будет? Нет. Он пока что стоит один. Очень удачно было бы к нему зайти в гости. Тут заходит к Хаммеру. А здесь Алуна, друзья, рядом. Стан от Алуны. Стан от Хаммерштормом в Офелию. Очень классно харасил от Алуны. И хилится Офелия, друзья. Неужто выживет? Приходит Пеблс? Нет, это... Опа! Как убегает назад Офелия! Все, и Гласиус забрали. Несмотря на то, что SkyQ заюзал телепорт на девятку на Гласиуса, телепорт не успел активироваться, и простым броском, простым, да, броском назад отбросил Пеблс Гласиуса, и ласт хит нанес, по-моему, Хаммершторм. За Мурен сделал фраг. Так и есть. 4-2. 4-2. Все. Все. Офелия не выдержала. Офелия не выдержала, ушла в свой собственный лес. Но время-то совершенно прилично было потеряно, обратите внимание. Пятая минута, Офелия уже второй левел. Гласиус также второй левел. Ну и Мека не должна прощать такое, я думаю.
что такое силуэт происходит? Что это за отдачки? Что это за отдачки? В поддавки играет сейчас? Силу не знаю, сейчас погибнет она. Как-то странно. Как-то странно, честно говоря, Сил неоправданно вышла далеко вперед. Позади слишком далеко был у нас Хаммершторм. Там и пулился как бы стак. Зачем? Зачем так было играть? Не знаю. Здесь Хагу похарасили. Хага принесла себе хилпот. Хага отхилилась. У нее есть бутылочка. Офелия гоняет Пеблоса. Дает стан, друзья, Минотавром. Очень классно. Рексити Бич был уничтожен, хоть Алуна и юзала ТП. Кстати, обратите внимание, очень хорошая игра от команды Меки. У них есть ТП. Хоть у Алуны и был ТП, она не успевала спасти. Это нужно было бы заранее вообще просто делать ТП. Ну, откуда ж можно было знать? Потому что Офелия так вот выйдет и поработит. Инвиз. Руна инвиза забирается в Рачит Хак, у нее есть бутылка. Наличие вардов имелось, поэтому и прекрасно Мека понимает, что у Хаги есть инвиз. Правда, у нее не хватает маны для того, чтобы уж нормально комнату себе заюзать. Кинут на сонар. Очень интересно. Неожиданно, я бы даже сказал. Хаммер поставил. Обратите внимание, как классно Мурен сейчас вышел и поставил Ward of Revelation. То есть Мурена не было видно. Мурена не было видно. Мурен вот так вот осторожно из кустиков, из-за деревьев поставил на мид Ward of Revelation, тем самым обеспечивая Пеблса виженом. Поэтому сейчас Хага находится в инвизе. Хага, друзья, не стала инвиз реализовывать. Смотрим. Интересно. Интересно, Хага не стала инвиз реализовывать. Никуда она не пошла. Но это все понятно почему. То есть маны там не хватало. Для того, чтобы реализовать инвиз, можно было, конечно, себе принести манопот и продать один тотем. Отрегениться и, может быть, уйти на лайн. Сделать фраги, учитывая, что 6-й левел есть. Не стал. Не стал так этого делать. Осталось на мидлайне, нужно фармить. Нельзя Пеблс оставлять одного, также безусловно. Вот, потому что Пеблс купит ПК, и тогда начнет команда Мека инициировать. Очень жестко инициировать. Офелия заходит сзади. Она с Кэтманом. Это будет замедление, друзья. Пеблс на фул. Может прокаста убить сейчас и Офелию, кстати. Нужно было убивать. Нужно было убивать. Конечно же, Пеблс сейчас очень странно сыграл, на мой взгляд. Почему-то он заюзал прокаст на Хага, на Хагу, которая 7-й левел, которая в любом случае тут выживала. А вот если бы он сделал свое комбо на Офелию, после комбо Офелия, скорее всего, бы сложилась. Пушится мидлайн. 5-й левел у Офелии. Вот пока фонтан через 4 секунды у нас появится только Пеблс. Уже мидлайн будет серьезно прохорашен. Если сейчас покупать... Есть ТП, друзья. У Пеблс возвращается он на мид. Двойное ТП делают. Двойное, друзья. Приходит сюда у нас Пеблс вместе с Алуной. А снизу... Снизу Хаммер. Сил стоят. 7-й левел у Сэндвреса. У Сэндвреса, кстати, друзья, имеется уже там за Black Leash. Баблс убегает назад. Здесь на лалах каких-то... Плаги харасит очень больно. Сейчас первым скиллом так можно и убить. Прокачан на максимум. Нет, не убьет, но больно очень. Очень больно Баблсу будет. Плаг заходит сзади. Опа. Нашел. Друзья, я погорячился. Я почему-то... Вот изначально мне учитель подсказывало, что все-таки первого скилла хватит для того, чтобы сделать фраг. Вот. И не рассчитал я этот Magic минус. Я почему-то думал, что магического армала должно хватить. Но 150 плюс 175 это 300 с копейками. А там оставалось 200 кп у Баблс. Поэтому, конечно же, первого скилла хватило. Жаль, что Баблс вот так вот отдался. Причем он тоже должен был бы считать нормальный. Тоже у него должно было все окей, в отличие от меня. Он должен был знать, что первый скилл равно смерть, если не успел заюзать тайкавр. Хелм за Black Legion куплен с Сэндвресом, и качается он через первый и, друзья, третий. На топ-лайне пытаются забрать у нас Роха, забирают, он ультанул, но количество крипов, обратите внимание, сколько баунс, сколько раз отлетела ульта от Плэграйдера в крипов. По-моему, она ни разу даже не задела противника, ну, может, в Баблса первый раз прилетела, и все. 5-6.
5-6. Впереди пока что команда Хеллборнов. Впереди команда CMQ. Хага с инвизом, точнее с иллюзиями, друзья. Не с инвизом, извиняюсь. Инвиз. Это я все тут инвиз вспоминаю, который так не стала она использовать. Станом. Попал, друзья, Пеблс. Чак! И на блинке уходит у нас Хага. ДП сделал у нас Сен-Врэ за счет юзания своей ульты. У Сен-Врэса нет второго скилла, поэтому сражаться смысла нет. Я имею в виду получать дамаг. Ультанула Хага, психанула в Пеблса. Сонар сейчас нужно еще заюзать. О, одна автоатака остается. Юзает, друзья, юзает Power Supply. Это сила Power Supply. По-моему, там мышки бы уже докусали. Пеблс, если бы Power Supply. Хороший файт. Так вот, я как раз про Кэрри Алёшу хотел сказать. Но не успел. Собрал он себе Хаунд Блэк Лиджин, друзья. Но почему-то взял пассивку на дамаг. На дамаг. То есть он взял на возврат урона. Причем возврат-то действует по области, когда его харасят. То есть у него есть много ХП, у него есть броня серьезно, он может выдерживать какой-то дамаг. И этот дамаг может распространяться, соответственно, там процентное соотношение, я не помню, сколько там точно процентов. Вот, может распространяться на всех врагов в радиусе. Почему-то не написано. Вообще не написано, в каком радиусе. А, нет, секунду. Ой, нет, друзья. Сори. Все нормально. Все правильно сделал Сэндрес. Как раз таки он в десерт этот не брал. Он взял как раз таки до диспейт. Все наоборот. Я второй с третьим перепутал. Все верно. Как раз и взял на возврат себе Сэндрес. Третий скил. Убегает назад Хаммер. Дал он ульту. Точнее, дал он стан. Ульту дала у нас Офелия. И хорошие, друзья, прокас от Пеблса. Забрались к IQ. Хаммера также забирают. Стан от Алуны. Еще и Минотавра вместе с Скелетоном. Алуна умудрилась застанить. Молния прошедшая прыгает вперед. Убегает назад Пеблс. Там забрали, друзья, тем временем силуэт. Снизу ее забрали. Не видели, как произошло, но это произошло. Ульта от Лаграйдера. Очень вовремя ульта. Пеблс убегает назад. Там скелет, он пытался его добить, но не получилось. Агрессивно играют. 7-8 счет. Это 15, друзья, фрагов за 13 минут игры. Хеллборн впереди. По опыту и по голде пока что. Бабблс без маны. Дает сайленс. Не попадает сайленсом в Лаграйдера. Попадает по крипам. Смещается на топ. Здесь руна Риги, она очень хорошо для Бабблса, конечно же, данная руна. Приятно. Сент. Эх, Сент. Все правильно делает Кэрри Алёша. Это Володя Пибоди. Совсем уже запутался в... В обилках. Сэнда. Первый третий, конечно. Когда собирается шлем, обычно так его и качаем. Так раскачивают. Джемку забрали. Сделать доминейшн. Вот, это был мидлайн. Заганканный, удачно. Количество станов позволяет. И количество прокаста позволяет, чтобы вот так вот джемку собирать теперь. Здесь на мидлайне, на любом, в принципе, лайне. Получается реализовать. Команда Легиона. С вот этот серьезный ган-потенциал. Офелия выходит на мид. У нее здесь есть Вагабон Лидер, Кэтман и Минотавр. Хеллборн, я думаю, сейчас будет кушать мидлайн. Остается чуть-чуть башню добить, совсем чуть-чуть. Пеблс! Прокас на... Прокас на Гласиусе был Пеблс... С руной хосты. ТП-шечка от Сен-Вреса. Прилетает прямо в этот ТП. Молоток от Камершторма. Фраг-то был сделан. К сожалению, сейчас Амурен погибнет. Так, 9-10. Интересно. Вот это уже интересно. 9-10. Сейчас мидлайн можно пропушить. И нужно, наверное, пропушить. Будут ли они пушить. Вот в чем вопрос. Сил может сделать ТП. Но дефить-то нечем. Дефить, друзья, нечем. Только один плаги стоит. Теряет башню, пытался заластить. Еще не вышло. И все. Минус башни на мидлайне. Смещается вниз.
куль железа, пока горячо, нужно забрать и башню, соответственно, снизу. У Офелии есть Plated Grace, достаточно армора для своих крипов, поэтому можно идти и забирать. Сняли еще попутно, мы видим, вард установленный на нижней руне. Хеллборна сняли, соответственно, легионовский вард. Но про данный вард они не в курсе. А Луна ставит контрвард и сразу снимает, соответственно, вард противника. Здесь Сэн Брэйс хочет немножечко похарасить, наверное. Рядом стоит Хаммер, друзья. Летит стан. Попугали и хватит. Хагис все смещается также. ЦМКю, друзья, будут пушить нижний лайн. Тем временем на топе у нас фармит сил. У силы, к сожалению, фарм не задался совсем. 9 левел. Стимы и толком больше ничего нет. 215 ГПМ. За 16 минут, конечно же, неудача. Врыв, друзья, от бабаса вперед. У него есть ПК. Плаги ждет момент, наверное, для того, чтобы ультануть. Слишком большое количество крипов рядом. В итоге он ультит, друзья, в Сен-Вреса. Отлетает здесь его ульта, отхиливает Офелия, друзья, захилила она своих крипов и отхилила своих мейтов. Ну, ЦМКю так сейчас начинают агрессивнее играть. Смотрите, вот уже 16 минут, как я и говорил, как будто разгоняющийся такой локомотив, реально. С каждой минутой все сильнее и сильнее начинают прессинговать противника. Башни забрали в итоге и уходит. На топ у нас, кто у нас ушел? Сэн Брэйс ушел. Опять бедный Гласиус. Снова попал он под молотильню пеблсовскую. У пеблса готов ПК. Есть ПК, Рексит Бич будет врываться. Десять-11 счет, голда. Плюс 6200 и 1800 по опыту. Хеллборна впереди. Хороший показатель по голде. 3000. 3000 есть голды сейчас у Сэндвреса. Будет он собирать себе Моху Бриллианс. Судя по всему. Пока у Бабблса, как вы видели в прошлом файте, позволило хорошо не сорвать бой. Очень классно там все было сделано. И плаги хоть и ультанул, ульта много дамагей не нанесла. Собирает себе команда СМКю Меку, собирает они Астролябию. А Гласиус будет сейчас делать трипл стак на Ансен. Вот такие вот интересные варды. Поставил сюда девятка. Вард, спрятав его за два дерева, обратите внимание, как там стоит. Классно. Свою функцию данный вард выполняет. Сражение на мидлайне будет, я так подозреваю. Бабблс один, опасно, Пеблс может прыгнуть. Так вот стоять вот вчетверых, видя, что у противника есть ПК. Верит в себя Бабблс, нет? Судьба? Судьба его может настигнуть. Врыв! И то, о чем я говорил. Настигла судьбу. И башню на мидлайне в итоге команда Легиона забирает. Тем временем теряет команда Легиона сейчас башню свою. Нет, не теряют, друзья. Просто 5 ТП на топ-лайн приходят. А там иллюзия. Там иллюзия Гласиуса убегает назад. Одна Офелия. Заденали башню. Офелию должны забирать. Она из всех сил пытается убежать. Там стан классно был от Минотавра. Смотрите, как заблочили. Курьера. Воу, Хеллборны, друзья. Курьера забрали. Точнее, курьера Хеллборновского забрали. Сделал это Мурен. Что там было в курьере, я даже себе боюсь представить. Не знаю, не увидел, что там уничтожили. Но это, конечно, печаль. Печаль, и настало время нам понаблюдать немножечко за силуэт.
400, друзья, 20 практически ГПМ у Кэрри Алёши. Вот, Кэрри Алёша будет тащить. Алёша Попович и Добрыня Никитич. Есть уже, кстати, Маков Бриллианс готов. Есть World of High. Сейчас принесет себе рецепт. Сент. И будет забирать также здесь Ансентиков. Приятно наблюдать, друзья, за вот Сенвресом, за фармом, за процессом фарма. Вот. Как это происходит. Что собирается, конечно же, Сенвресу. Вот далее. Ваши ставки, друзья, что там будет у Сенда после готового шлема и готового Мако Бриллианс. Через что он пойдет? Напомню, что модификаторы атаки не распространяются более на его иллюзии с ульты. Мок на иллюзии тоже не распространяется. Вот. Единственное, по-моему, что распространяется, это Лич Мана, если не ошибаюсь. Точнее, именно ее Дрейн. Дрейн Мана, правильно будет сказать. Через No Fire Blade. Если не ошибаюсь, все же ульта. Ульта у Сенда позволяет. Позволяет дрейнить. Эх, а Луна, Луна. А вот и ульта, друзья, от Сенвреса. Сразу забирают Доминейшена, Плаги, ультанул. Но тут наличие Минотавров, собственно, вообще трех крипов у Офелии не позволяет нормально нанести дамаг Плаграйдеру. В итоге минус 3. Минус 3 и запускает Мека Консит. Вот так вот. 11-14, 23 минута. На этом все. 1-0. 1-0, друзья, перемещаемся с вами в игру номер 2 между данными командами. Оставайтесь с нами, берегите природу.